Здравствуйте, товарищи мастера, и охватим остатки боссов на реране «Званый вечер, званый ужин». Первым, вернее, это уже будет четвертый босс, Куя и Тануки. И что же нам здесь нужно? А нужно нам терпение и труд, потому что просто жиром вы не пройдете, а наоборот проиграете. Мы не трогаем Тануки, мы начинаем потихонечку бить Кую. И нам нужно его здоровье снести примерно до 50%, там 45-40, ну если вы мастодонты, то до 20, там главное не убейте его раньше времени. И немножко ждем, так потихоньку его бьем, хотите, пропускайте ходы. Просто суть в том, что как только его здоровье опустится отметки ниже 50%, он ваншотнет Тануки. И после этого вы можете уже со спокойной душой добить наконец-таки Кую. Если же вы сначала сольете Кую полностью и останется один Тануки, вы не сможете пройти, потому что Тануки будет повторять одну и ту же фразу, а вы будете стоять на месте, и так до конца боя, до 50-го хода, ничего сделать совершенно не сможете. А вот когда Кую с Тануки расквитается, все, замечательно, вы прошли этого босса. Ползем дальше. У нас дальше наши пятые. Я не знаю, как правильно это все формулировать. В общем, следующий босс — это Астер и Марвей. Из нюансов, они, в принципе, не шибко сильно бьются, ну, дерутся. Но слить их желательно бы одновременно. Если, опять же, у вас команда супер-мега-перекач, тогда уже, как бы, ну, слейте кого-то из них, а потом второго на следующий ход, либо там через ход, это уже не важно. Просто суть в том, что как только вы одного побеждаете, второй повышает себе атаку на 300%, и если здоровья немного, это может быть летально, то есть просто вам сделают ваншот персонажа. Здесь, конечно, нет звезд прям таких, чтобы вам просто нужно будет пройти. Но согласитесь, когда вы проходите в чистую, да, без лишних каких-то смертей, это гораздо приятнее, правда? Из каких-то ходов, так это Марвей периодически становится в таун. Астер, да, бьет, но бьет он не сильно, у него не ваншотные ульты. Поэтому потихоньку, там в течение, если 20 ходов вы их добьете, да, если команда не раскачана, будет хорошо. Я думаю, что с 20 ходов вы прекрасно справитесь, поэтому основных каких-то прям супер-мега-механик на этом боссе нет. Добили их и переключаемся на следующего босса. Следующий босс. Неприятный, но неприятный он тем, что его долго просто нужно мутузить. Здесь наш прекрасный мужчина усатый будет хилить врагов, поэтому если есть желание, возьмите сюда тех, кто режет отхил. Также рекомендую, если команда не сильная, взять сюда танка, поставить в центр тоже будет неплохо. Если, опять же, вам без разницы, кем вы играете, то играйте кем хотите. Основная наша задача первым делом, и тут уже нужно одновременно слить двух желтых официантов. Я не знаю, я знаю, что это не официанты, ну, блин, они для меня официанты. Уж извините, как бы, пусть будет так. Почему их нужно слить одновременно? Все просто. Если вы убьете одного, а второй останется еще жив, даже пусть у него будет там 1/100 единица хп, то вас ваншот, и вам придется перепроигрывать. Поэтому очень муторно и тягостно мы начинаем по одному выравнивать им здоровье. Здесь у меня на этой пачке нет союзника, кто режет отхил. Это, конечно, замедляет, но не так критично. У нас есть волшебная магия монтажа, с помощью которой я ускорю этот видос, чтобы не затягивать ни себя, ни вас, не тратить ваше время. В целом, тоже не сильно бьют, но танка в центр поставьте. И, опять же, ходовочки я лучше уж опишу в описании, чтобы не запутать ни себя и ни вас. И когда, наконец-таки, заветные цифры близки, здоровье противников стремительно приближается к нулевой отметке, и я и вы одерживаем победу над нашими прекрасными золотыми желтоклювиками-официантиками, нас переключает на уже непосредственно Виконта. И что нам нужно с ним сделать? Правильно, просто добить. Больше ничего. Мы его убиваем и переключаемся на следующего босса. Прыгаем в объятия, а точнее на хвост, к Гару и его свите. Здесь
Как обычно, этот босс у нас есть в башне. Механика здесь абсолютно такая же, кроме одного. Здесь уже можно будет использовать танка, потому что здесь нет никаких требований. Главное выжить, да, чтобы никто не погиб. Поэтому, если команда не раскачанная, если у вас не прокачанные АОЕ, возьмите танка, поставьте его на вторую позицию и уже дальше с шестого хода используйте ульту танка по КД, чтобы заагрить на себя весь таунт от Гару. Есть небольшой лайфхак. Если на ходу, когда Гару крикнул там «Пикачу, я выбираю тебя», и вы знаете, что это будет, ну, на каком ходу, вы знаете, какая это будет позиция в целом. Но перед таунтом вы слили кого-то из волков, то волки бить эту позицию не будут, потому что им будет, видимо, очень грустно, и как бы никто не пострадает. Но в целом, вот эта классическая расстановочка, танк на второе место, мы можем его использовать, и дальше уже там по КД все расписано в описании. У меня здесь есть такой вопрос, совсем не очень в тему. Скажите мне, пожалуйста, что вместе с Гару делают волчата Астера? Потому что, кто не знает, здесь у этих волков имена, вернее, клички питомцев Астера. Достаточно забавный факт, который до сих пор еще с самой первой башни не дает мне покоя. Объясните, почему, как бы, что... Почему здесь именно эти имена волков, клички? Простите, почему именно так? Почему не придумали каких-либо других? Я не знаю. Тем временем мы добили волчат, добиваем Гару и переходим на другого босса, на следующего, где будет также не очень весело, возможно. Если вам и было здесь не весело, то дальше будет еще хуже, потому что дальше у нас Android Ядроид Блейд. Что ж, босс Блейд мотал много моей крови на первой башне и в руинах. Поэтому рекомендую сюда взять танка, если команда у вас не сильно раскачана. И из нюансов. У него будет три фазы, три переходки у босса. Но какими бы вы жирными не были, на первом ходу вам нужно обязательно увести всех в защиту. Если вы этого не сделаете, вы проиграете. Это такое условие. Ни при каком хп ты не убежишь от этой участи, ну, кроме той, если у вас вся пачка состоит из танков, которые по КД становятся в вардстойку. А дальше ходовочка будет в описании. Из моментов. Да, здесь три фазы, но они игнорируются. То есть, если вы за один ход сможете ему снести, грубо говоря, 80% здоровья, вам никто не помешает этого сделать. Тут не будет так, что вот строго до 50%, строго до 20%, нет. Совершенно не важно. Если вы за один ход его ваншотните, то на здоровье пусть оно так и будет. И финальный босс. Я думаю, знакомый многим, кто играет в руины. И тактика тоже неизменна, так сказать. Нам нельзя, чтобы у Эдмонда и Блейда здоровье опустилось ниже 25%. При этом нельзя также, чтобы и наше здоровье опустилось ниже красной отметки, а именно тоже также 25%. Поэтому мы бьем только мужчину красивого, усатого, такого всего вот как бы дворецкого. Как хотите, так и бейте. Из моментов здесь будет с пятого хода и далее плюс 3. Этот товарищ будет накидывать на случайного союзника метку таунта. Условие – нужно обязательно увести такого союзника в защиту. Потому что хоть здесь боссы и урезаны, но Виконт все равно нанесет тот самый урон, который опустит ваше здоровье ниже 25%. Соответственно, на следующий ход вас ваншотит. Это неприятно и придется перепроигрывать. Дальше с 7 хода и далее плюс 6, то есть 13, 19, 23 и так далее – будет накладываться баф, он же дебаф, я не знаю, как именно согласовать данное или охарактеризовать данный момент, но на этих ходах вам нужно будет бить либо ультовать в Блейда и Эдмонда, потому что тогда все ваши способности будут воздействовать на них благоприятно. Либо хилить, либо убирать кровотечение. Виконта в эти ходы, наоборот же, бить не надо, потому что, ну зачем нам его лечить, как бы, если нам нужно его добить. Конечно же, наш Блейд и Эдмонд будут нам помогать, они тоже мутузят периодически этого Виконта, что облегчает нам прохождение. Как только здоровье Виконта опустится ниже, вернее, оно не сможет опуститься, в общем, как только вы дойдете до
красной точки, так сказать, до 10% у Виконта. Он десантируется, а нам нужно будет уйти в защиту для того, чтобы на следующий ход наши союзнички сказали: «О, всем спасибо, всем до свидания, бой окончен, мы пошли, побежали». По сложности эти боссы для тех, кто уже играет, ну, в районе полугода, наверное, я думаю, что покажутся они несложными. Смогут пройти такие товарищи. Кто играет месяца два, может быть, скорее всего, будет тяжеловато. Тяжело, возможно, будет для тех, кто не часто заглядывает в башню, не часто заглядывает в руины, кто не особо разбирается в механиках. Ну, это классика, это так, наверное, во всех играх. Но я думаю, что вы все равно справитесь, вы сможете. Посмотрите, почитайте описание обязательно, забегайте в Телеграм. Там всякое тоже разное интересное бывает. Не забываем забрать награды в заданиях с ивента. Там будут жетоны для обмена и кристаллы. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем приятной игры, удачных круток и пока-пока.